Рада, что вы посетили наш канал Life Beautiful. Сегодня мы вам расскажем о дате выхода 12 серии турецкого сериала «Постучи в мою дверь» и вспомним об анонсе прошлой серии. 12 серия выйдет на экраны Турции 30 сентября, а в русской озвучке сможете просмотреть через 1-2 дня. А вы не забывайте подписаться и написать комментарий. Ранее в сериале «Постучи в мою дверь» мы увидим, как Серкан старается всеми силами разобраться в своих мыслях. Серкан чувствует, что Эда умеет с легкостью ворваться в мысли и чувства любого человека. Он не может понять, действительно ли испытывает такие сильные чувства к Эде, или же это очередное увлечение. Только он понимает, что должен сделать окончательный выбор, и на этот раз он не может допустить ни малейшей ошибки. Эда говорит Серкану о том, что он может сделать что-то простенькое, если не хочет отпускать из своей жизни человека. К примеру, можно просто попросить его остаться, но это не в правилах Серкана. Он считает, если человек хочет уйти, то рано или поздно это сделает. Эда рассказала Селин о том, что на самом деле она не является невестой Серкана. Между ними был заключен некий договор, и этого захотел сам Серкан. Она также сказала Селин, что Серкан до сих пор ее любит, только он никак не может признаться ей в этом. Ему просто не хватает смелости, и Серкан боится, что Селин его не примет. Это очень сильно удивило Селин, и тем более она никогда бы не подумала, что узнает об этом от Эды. Когда Эда позвонила Серкану и хотела с ним попрощаться, то Серкан попросил ее остаться рядом и не бросать. Нравится сериал? Нажимайте на колокольчик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также пишите комментарии. А мы напоминаем, что 12 серия выйдет на экраны уже 30 сентября. Мы благодарны каждому за активность на нашем канале.